Вони шили брендовий одяг, та нині часи не для дорогих суконь. Українські дизайнери перелаштувалися і виготовляють захисні костюми для медиків. Оксана Михайлова про те, як необхідність потіснила моду. Он такой, кажется, здоровенный, да, какой-то длиннющий. Абсолютно незвична модель у яскравій літній колекції. Українські дизайнери Олена Ворожбит та Тетяна Земськова на прохання благодійників оперативно перелаштувалися з ексклюзивного одягу на масовий продукт. І зі своєю командою пошили 4000 захисних костюмів для медиків. Утром медик одяг. Вечером снял и выбросил. Для нас, конечно, это очень удивительно, потому что мы привыкли, что вещи, которые мы делаем, одевают, берегут. Но зато 4000 единиц. Время диктует свое. Материал спанбонд. И дыхает, и защищает. За цей час витратили 17 км тканини, 7 км резинки, 3,5 км блискавки. Першими моделями стали медики Олександрівської лікарні. Згодом костюми відправили в 17 лікарень Житомирщини, Прикарпаття та Буковини. Нужно было нашим, грубо говоря, білошвейкам стать швеями-мотористками, и вперед, вот у них болели руки даже, то есть очень непривычный, вроде как и то пошить, но очень непривычное движение, все по-другому, но тем не менее все старались. Та дизайнерська душа не зупинилася. Після комбінезонів взялися за нову розробку. Мы подумали, а как же людям практически всю смену отработать в комбинезоне, если его снять, то он уже его идет на выброс. И сейчас мы разработали уже отдельно халаты, бахилы, отдельно брюки, отдельно такие свитшоты, если можно так сказать, тоже с капюшонами, чтобы можно было поменять какую-то деталь. И уже готуют новые 600 моделей. А пока шиют одяг для медиков, все же надеются, что совсем скоро вчені найдуть вакцину чи ліки, усі будуть здоровыми, а дизайнеры візьмуться за одяг для души, а не для захисту. Очень хочется, чтобы это было уже вот-вот-вот. Первое, это будут эмоциональные, конечно, покупки. Людям захочется сделать эмоциональные какие-то шаги, чтобы успокоить свое состояние. Оксана Михайлова та Олександр Чесноков. Факти ICTV.